Всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня приготовим вместе заварной крем. Заварной крем – это один из самых универсальных кремов, которые прекрасно подходят для тортов, таких, например, как медовик, наполеон, или в качестве наполнителя для эклеров, пирожных, трубочек, или как основа для любых десертов, или для приготовления других более сложных кремов, таких, например, как крем-дипломат. Если это видео окажется для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления классического заварного крема нам понадобится 2 яйца, экстракт ванили или ванильный сахар, щепотка соли, крахмал или мука, сахар, молоко и сливочное масло. Ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если вы достали, например, молоко сразу из холодильника, то поставьте его на 1-2 минуты в микроволновую печь. Сахар и сливочное масло в этом рецепте можно регулировать по своему вкусу. В сотейнике или в кастрюльке с толстым дном смешиваем 2 яйца. Добавляем 130 грамм сахара. Добавляю щепотку соли. Экстракт ванили. У меня здесь буквально 1 чайная ложечка. Все хорошо тщательно перемешиваем венчиком. Сюда же добавляем 3 столовые ложки крахмала, это примерно 35-40 грамм. И еще раз перемешиваем до однородности, чтобы не было никаких комочков. И теперь сюда же постепенно вливаем 500 миллилитров теплого молока. Наливаем и перемешиваем. Сотейник с подготовленной массой ставим на средний огонь и, регулярно помешивая, доводим до закипания. Пошли первые пузырики, сразу уменьшаем огонь и продолжаем помешивать. После того, как масса закипит, помешивать нужно более интенсивно, чтобы у нас ничего не подгорело. Теперь нам нужно заварить нашу массу. Происходит это очень быстро, буквально 1-2 минуты. Масса быстро загустеет и побелеет. Значит, все правильно. Убираем массу с огня, продолжаем перемешивать. На данном этапе консистенция получается вот такая, посмотрите. И теперь сразу же сюда добавляем 100 грамм сливочного масла. Еще раз перемешиваем, чтобы все воссоединилось и масло растопилось. Если вдруг у вас получилось много крупных комочков, то можно их перебить миксером, либо погружным блендером, или протереть через ситечко. Горячий заварной крем переливаем в другую емкость, чтобы процесс варки прекратился. Чтобы на поверхности не образовывалась корочка, накрываем крем пищевой пленкой в контакт и даем остыть до комнатной температуры. Затем его можно убрать в холодильник до полного остывания. Заварная основа у меня полностью остыла, она у меня постояла в холодильнике. Посмотрите, какая она стала. Вот она очень-очень холодная, вот посмотрите. Заварной крем нам нужно хорошо перемешать. Это можно сделать венчиком или лопаткой. Структура получилась замечательная. Это прекрасный и вкусный крем для прослойки коржей для тортов. Также заварной крем используют как основу для приготовления других кремов. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.